Василий, что кушаешь? Супик кушаю. Солянку. Солянка? Да. Оставалось, разогрел. Буси отложил. Буси налили. Кстати, да. Кошками я тоже сделал, покормил. Кушает Буся. Кошечек. Ну. Приятного аппетита с черным хлебушком. Да. Вкусно. Доча, доча, кушать, 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 кушать. Ребята, всем привет. Сегодня у нас 17 декабря 2021 года. Доча вылазит из будки. Доча, кушать. Доча, кушать. И в будку. Давай, тепленькая, пока. Ешь пока тепленькая. Надо быстро хлебать, 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 хлебать. Во, хлебай, 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 хлебай. Во, так. Идем кормить Мурахину. Сейчас чашка стоит. Посмотрим заодно погоду. Температуру поглядим. Какая тут у нас вообще на 17 число. Да вроде бы не сильно-то и холодно, но чувствуется морозец, морозец, морозец. Это мурашки наши. Пойдет. Так, посмотрим. Так, ребята, 18 градусов. Минус 18 градусов. Мурашка уже вон вылезла. Уже это крутится, ждет кушать. Здесь, как обычно, у нас хлебушек. То, что оставалось, кашки. Там что-то еще, косточки, рыбка. В общем, Мураша, надо быстро это все кушать. Мураша пляшет. Че? Оля на лапке подмерзает, да? Ешь давай, кушай. Ешь давай, не буду смущать. Надо быстро кушать. Кушай давай. В общем, ребята, утро начинается, чем-нибудь займемся. Я хочу поставить шпингалет. Шпингалет в комнату ожиданий. Ну, что-нибудь еще поделать. Не знаю, чем. Посмотрим, что-нибудь поделаем. Там шпингалета нет. Двери открываются постоянно. Вот в комнату ожиданий. Может, поставлю, может, сегодня, может, завтра. Ладно, идем заниматься своими делами. Василий, что делаешь? Да вот авария. Новый носочек. Не успел одеть. Два дня, и вот дырочка появилась. Видимо, упрело или зацепился где-то. Вот, латаем помаленьку. Зашиваешь носок? Ну как, а дальше она вообще разлезется. Все будет. Ну, а сейчас заштопаем. Как на природе, в тайге, сами же шьем. А тут что? Вот его сделаем и дальше вперед. Ну, где-то так, без заплаток, без ничего. Ну, видишь, даже и не видно, что и дырочка была. Сейчас заштопаем. А, где-то так. Аккуратненько. Легонечко, вот видишь, отсюда он вот прошел. Вот и заплатка, и не видно. Да. Еще можно год ходить. Год не год. Как пойдет, что-то, видимо, неудачно. Но тепленькие, хорошие. Хорошие, да, носки. Ребята, птичкам пшено. Насыпем пшена птичкам. Как раз они там уже ждут, летают. Пусть клюют пшено, самое любимое у них. Сейчас сыпанем. Птички, птички жрать. Вы где, птички? Птички. А сейчас только насыпем их. Все. Птички будут кушать. Во. Пусть птички у нас кушают. Ребята, смотрите, какую вкусную вкусняшку я приготовил. Смотрите, на что это походит. Здесь у нас имеется копченая рыбка.
плавленый, полуплавленый, расплавленный сыр. Я разогрел в микроволновой печи. Также у нас с печенью, по-моему, одна. Этот блинчик полуфабрикат и с творогом два мини вот таких. Сейчас мы возьмем вот что с вами. Мы возьмем... Что-то я заговорил, как Тина Канделаки. Так, возьмем кетчуп. Кетчуп на яблочной основе. Помажем вот это все. Во. Во, нормально будет, ребята. Сейчас что-то нос зачесался. Так, теперь, ребята, сейчас мы вот эту вкусняшку будем пробовать. Сперва мы попробуем блинчик. Вот этот блинчик. Сейчас мы его отведаем. Скажу, что за вкус. Ну, вкус творога. Непонятно чего еще. Но есть можно. Дальше укусим плавленый, полуплавленый сырок, который продается в упаковках с фольгой. Ну ничего, кушать можно. Сейчас мы отведаем с печенью, по-моему, блинчик с печенью, полуфабрикаты. Смотрите, какая вкусная вкусняшка. Тут три начинка у нас имеется. Какой большой и вкусный блинчик. И, конечно же, поедим копченой рыбки. Копченая рыбка, она и в Африке копченая рыбка. Вкуснятину. В общем, ребята, всем вкусняшек, отличного настроения всем, кто кушает, завтракает, ужинает или обедает. Вкуснятина, смотрите. Во. Мамулечка, красотулечка, что делаешь? Кальмарчиков нарезаю. Кальмарчиков. Ушки срезаю. Кальмарчиков. Ушки с кальмарчиков. Что-то будем готовить. Да, что-то будем готовить. Мамулька! Что это у нас? Что-то вкусное будет. Это у нас кальмарчики с рисом, с грибочками, с луком. Что-то вкусное будет. Вкуснятина будет, ребята, что-то очень-очень вкусное. Приготовим, заготовим. Кальмарчики я люблю. Приготовим, заготовим. В общем, ребята, сынуля красотуля будет кушать, пробовать, нямкать. Ждем, попробуем вот это блюдо, что у нас получится. Да. Ну, что-то получится все равно. Вкуснятина получится. Вау, ребятки, поставили там вкусняшка. Мы с мамой ждем. Пусть у нас стоит вот это все готовится. Мы попробуем, отведаем вот эту вкусную вкусняшку. Слюньки уже текут, хочется кушать. Ильич, любимый сыночек, еще не кушал. Ильич хочет нямочки. Подождем, пусть готовится. Обязательно эту вкусняшечку мы попробуем, ребятки. Наверное, попробуем с майонезиком и с горчичкой. Ждем. Ах, горячо. Вау, ребята, посмотрите только, какое произведение искусства у нас получилось. Смотрите, как классно. Как вкусно и красиво. Сейчас мы это будем... Это все горячее. Сейчас мы эту вкусняшку будем кушать. Развернем. Во, ребята. Взял я горчички. Вот она. Крепкая, домашняя. Смотрите. Красотень. Вообще идеально, да? Так, взял я вилочку,
как культурный человек, будем кушать вот это все дело вилочкой. Смотрите. Так, что у нас внутри сперва? Посмотрим. Давайте с маленькой начнем. Сыр, видите, какой? Тянется, она еще горячая, огненная. Сперва сверху попробуем сырок. Смотрите, сейчас мы сыр заглотнем. Сперва сырок он. Дымок идет. Вкусный соус, ребята. Смотрите, вообще. Вещь шикарнейшая. Сейчас мы, короче, вот сделаем, посмотрим, что там за начинка внутри. Очень горячая, ребята, очень горячая. Очень горячая, ребята. Пробуем. Смотрите, как красиво, вообще красотень. С дымком, правда. Обалденная вкусная начиночка. Вкусно. Так, мы забыли вот что, ребята. Мы забыли горчицы. Горчички. Добавить. О, добавим горчички. Острая, приострая. Она как раз крепкая, прикрепкая. Добавляем горчички сюда. Во. Сейчас мы размажем ее. Во как. Так. Теперь, ребятки, сейчас мы вот так вот сделаем. Во. Во. Так. Теперь мы ее сейчас с горчичкой. Горчичкой. Что-то вываливается, вываливается. Ребята, что-то вываливается. Смотрим. Теперь мы ее с горчицей сейчас попробуем вот эту вещь и оценим. Ну, это как в лучших ресторанах, как в лучших ресторанах мира. Смотрите, с дымком. Так главное не навалить. Вкусная, ребята. Смотрите, хвостик. Вон он какой хвостик. Пробуем дальше. Ух ты, обалденно, да? Смотрите. Горячо. Запишем, ребята, начинка. Вот она, начинка. Смотрите, вкусно, особенно с горчицей. Так. Одну мы, ребята, смякали. Во. Смякали, нету. Сейчас попробуем вторую. Там. Другая начинка должна быть. Сейчас добавим этого. Горчички. Что-то мне на нос попало немножко. Добавим горчички. Сюда, во, намажем сверху крепкой горчицей. Посмотрим, во, вот эту вот вещь. Смотрите, как вкусно, ребята. Вкуснотень вообще аж. Что-то, ребята, аж в рот не влазит. Едим дальше ее. Вкусно. Вообще вкусно, ребята. Сейчас мы ее. Это горячо. У меня изо рта аж пар идет. Ух, ребята. Ой, вывалилось. Немного неудобно. Начинку съедим. Начинка нежная, вкусная. Вообще.
Ох, обалденно. Вот, ребята и девчата, смякали мы два таких кальмарчика. Было очень вкусно всем, кто вкушает. Вкусняшек, вкусняшек и приятного аппетита. День у нас продолжается, день идет как дальше. Скушали мы быстренько, их смякали и вроде бы наелись. Вроде бы и наелись. Всем вкусняшек, вкусняшек, день у нас продолжается. Ребята, смотрите, полезное домашнее дело. Нашел я вот такой фонарик. Здесь обычные светодиоды идут, они по идее долгоиграющие, мало садят батарейку. Здесь вставляются промежуточные 3 мизинчиковые батарейки. Но так как у меня мизинчиковых батареек нет, у меня есть, я заказывал год назад, вот такая здоровенная литий-ионная батарейка. Ее хватит, ну как сказать, год светить может, такие диоды могут целый год светить. Но есть одно дно, когда мы ее вставляем, мы не сможем закрыть, вот, смотрите, все максимально, и мы завернуть вообще не сможем. Да, и вот у нас и питания не будет. Сделаем вот что, чтобы он у нас год непрерывно светил. Взял я фольгу, обычная фольга, обмотаем вот здесь сверху фольгой, обмотаем, и сверху скотчем. Все. С таким питанием оно будет светить год. Фонарики эти светят очень ярко и красиво. На моей памяти космосовские. Делаем. Ребята, вот видите, вот эта часть закручивающаяся нам не понадобится. Ее вообще убираем. Смотрите. Вынимаем фольгу. Это обычная фольга. Все. Включаем. Ничего нет. Все. Одеваем вот этот волшебный колпачок. Так, надо осторожно одеть его. Не вижу. В общем, одеваем волшебный колпачок. Так, вот не надо было его снимать. Сейчас мы все-таки оденем его. В общем, одеваем волшебный колпачок. Вот так вот делаем. Все. Вот мы сделали его. Вот он, волшебный колпачок, и у нас светит фонарик. Выключаем, включаем. Выключаем, включаем. Все. Убираем волшебный колпачок, и фонарик у нас не светит. Опять волшебный колпачок светит. Не светит. Светит, не светит. Светит. Теперь, ребята, затягиваем вверх скотчем, потому что минус у нас корпусом сопровождается. Все, все готово. Почти вечный фонарик, ребята. Делаем. Все, ребята. Почти вечный фонарик у нас собран. А ему хоть бы хны будет. Там такая плотность, литий-ионный аккумулятор. Все. Вечный фонарик. Все. И света тьма.
Мамуля, что купила? Что купила? Купила наш магазин хороший. Яйца. Так, яйца. Это вот горюшки. Вот это и горуньки. Арахис. Арахис. Так. Пачку. Ой, это томатная паста. Томатная паста. Сметанку 20%. Сметанка такая, ребята, 59 рублей 20%. Два кофе в пакетиках. Так, вот остатки взяла, конечно, не очень, люблю, что копченые. Ух ты, остатки, что-то будем делать, ребята, копченые, да, ребрышки, будем что-то с них делать вкусное. Василич, вот такой хлебушек. Василич, вот такой хлебушек с отрубями по 38 рублей. Угу. Вот. Так, лучок. Лучок, лук. Сахар. Сахару мало у меня там. Вот такие дрожжи там. Сахар. И дрожжи. Приправа для корочков. И приправа для корочков по 11 рублей. Кстати, такой хороший магазин у нас тут рядышком. Вот так. Да? Отец, что-то готовить будешь? Да, готовишь что-то. Что это? Да вот грибочки, лучок. Вот сейчас положили рис, это все перемешиваю. Замороженный рис был. Замороженный рис как сейчас раз. Сейчас оттаивает он. Перемешивается с грибами, с лучком. Вон видно грибы какие обалденные, вкусные, вкуснятина обалденная. Ну что-то готовиться будет у нас. Ждем, ребятки. Что-то вкусное будет. Ребята, несем косточки собачкам. Доча, сейчас мы вот так вот подержим. Так, тебе раз, два, три. А вот это. Сейчас подожди, я знаю, что ты хочешь. Сейчас, мурашки две. Тебе три. Давай, прям Снежок, оть. Собирай чипсы. Чипсы собирай, не спеши, грызи. Сейчас мурахи не дадим косточки. Она тоже любит погрызть косточки. А кто не любит косточки погрызть? Так. Ух. Так. Тащим. Мураса! Мураша! Мураша! Мураса! Съешь меня! Я вкусная косточка! Съешь меня! Ну-ка, мураша! Кушай, грызи давай, и в будку отдыхать. Ребята, есть вот у нас такая рама, вот она рама. Вот она идет, мы ее сейчас поднимем. Нам с нее надо получить шпингалет. В общем, сдвигаем ее сюда. Во! Сдвинули. Сейчас мы ее подержим. Так, здесь имеется шпингалет. Во! Вот он шпингалет. Нам надо его отсюда как-то снять, очухрыжить его. То есть мы его сейчас... Посмотрю, не знаю, ножиком я возьму, не возьму, ну, попробуем. Сейчас заворгашим. Ножика мы его нет, ножика мы его согнем, смотрю, под саморез подходит. Сейчас схожу, короче, за этим, за отверточкой схожу, попробуем выкрутить, за двумя отвертками.
Ну, такая вещица получилась. Железяку с железяком. Сейчас мы его разработаем. Туда-сюда раздвигаем. Да что ты будешь делать? Так, оторвали мы ушко. Вот это ушко. Ну ничего страшного, самое главное, что ходит. Все, раз ходит, два ходит, три ходит. Закрепим, закрепиться, главное закрепиться. Пойдем его ставить в нашу комнату ожидания, ребята. Ну, в общем, все, ребята. Короче, сделал я деревяшку сюда. Деревяшку здесь закрепил. Деревяшку закрепил. Кто что-то шпингалет невозможно сделать. Берем теперь. Оба. И все. И закрываем. Свет-то где? Света нет, ребята. Света нет. Так, этот не включу. В общем, закрываем это все. Дело... Так, шпингалет. Все. Все, ребята. Какая красивая у нас погода. Да? Красотень какая. В общем, ребята, пришлось повозиться. День у нас закончился. Подписывайтесь на канал Подвал Ильича. На YouTube обязательно, на канал Бородатые рецепты Васильича, тоже на YouTube, где Васильич готовит. И на рецепты мудрой мамы тоже на YouTube. С вами был Ильич. Как-то так немножко пришлось переделать. Шпингалет оказался даже что-то это. Не смогли поставить, а пока красота красотой. Ну, в общем, всем пока-пока, ребята.